Почему религиозные не готовы на компромиссы с субботой? Неужели они не понимают, что мир стал современным, что их религиозные ценности устарели? Можно говорить о компромиссах, когда речь идет о вещах непринципиальных. Например, я хочу поселиться на этой территории, а вы хотите поселиться рядом. И мы можем говорить о компромиссах, в границах. До этого места будут мои границы, да, и после этого ваши. Но если речь идет о том, что поселившись вместе, мы, э, например, будем ежедневно э, бить э, по лицу э, родственников друг друга, я думаю, что вряд ли... Соседи пойдут на компромиссы в таких случаях. То есть, например, сосед говорит вам: давайте будем ежедневно давать пощечины, я твоей жене, а ты моей. Нет? Наверное, вы не согласитесь. То же самое по отношению к субботе. Суббота это наша мама, это наша невеста, это наша я не знаю кто, но это наше все. И поэтому мы не готовы, чтобы ее еженедельно били по щекам. И поэтому мы говорим, что компромиссы могут быть в вещах не принципиальных, но для еврейского народа суббота и святость это принципиальные вещи.